Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по опять моему аккаунту бездонатерскому. И сегодня у нас, ребята, скидочки в гаражике в 30%, мне нужно здесь закупиться. Соответственно, ребята, напишите обязательно в комментариях, что вы купили себе на эти скидки, мне будет интересно почитать. И не забывайте, что в данном видеоролике у нас проходит конкурс на целых 10 контейнеров. Для участия нужно будет поставить лайк данному видосу, подписаться на мой канал и в комментариях указать свой игровой никнейм со словом «Участвую». Все. Вы уже, как говорится, ребята, участвуете в этом деле, в этом процессе. Так, короче, я у нас почему сюда захожу? Потому что я хочу забрать бесплатные кристаллики. А бесплатные, ребята, кристаллики мне сейчас ого-го как нужны. Эх, у меня 219 тысяч есть. Что же мне на эти 219 тысяч, ребята, прикупить? Я, наверное, буду исходить из каких-то нормальных, адекватных вещей. Правильно? Правильно. Поэтому, что я беру? Ну, я по-любому себе беру модуль лиса. Прям это 100%. А я его где-то буду брать. Наверное, давай МК4 доступно. Да, доступно. Давай возьму. МК4 пусть будет. Тем более выше я у нас взять не смогу. Потом мне нужно будет взять что-нибудь от какого-нибудь... Блин, ну не знаю, меня вулканы очень сильно раздражают, по факту артиллерии тоже сильно раздражают, и рельсы сильно бесят. Поэтому давайте я, наверное, возьму себе резистик от... Давайте возьму резист от грома, потому что, вот, серьезно, громики сейчас прям напрягают очень-очень сильно. Почему я, ребят, беру сначала резисты? Потому что мне они нужны очень сильно. Я буду брать у нас всего 3 резистика. Так, эта тема у меня есть. И последний резист, который я себе хочу взять, это, наверное, все-таки у меня будет... Блин, не знаю, то ли вулкана, то ли взять от артиллерии, то ли вообще от гауссов у нас зацепить себе. Блин, пацаны, я не знаю, что мне взять. Давайте, наверное, я все-таки возьму от арты. Может быть, они меня не так будут ваншотить. Поэтому давайте, ребята, покупаем от артиллерии. Я, блин, смотрю на свое количество кристалликов, и мне плакать хочется. 117 тысяч, охренеть. А что так жестко-то, а? Я на самом деле думал, что я сейчас себе как прикуплю. Как прикуплю здесь куча всего. А я, получается, купил себе пару резистиков, и все? Финита ля комедия. На этом все закончилось. Я, кстати, ребят, себе прикупил хоппера. МК4. Следующий мне будет доступен только название капитана. Мы, естественно, его с вами будем брать. По пушкам я себе беру 100%. Это молот. Поэтому давайте берем. 19600. Отдаем смело за него. Также я хочу себе, ребята, взять это рельсу. Тоже 100% я себе ее беру. Вот, на нее, конечно, нужно будет еще устройство нацепить, поэтому сейчас мы будем кататься с вами с молотком, посмотрим, как он себя ведет. И, по идее, я себе должен был еще взять какой-нибудь корпус, который тоже меня будет немножко сейвить. И вот я не знаю, здесь, ребята, у меня есть небольшая дилемма. У меня, как бы, есть Арис, МК3, я, конечно, понимаю, что он не прокачанный, но вот для... Он нужен мне или не нужен? Может взять какой-нибудь средний корпус, но если средний корпус, то есть я на нем, ребята, играть не буду 100%. Он мне нужен только исключительно для того, чтобы чтобы фармить очки. А что фармить очки, это диктатор, естественно. Поэтому давайте я, наверное, возьму так. Я себе куплю Ариса МК4 за 20 тысяч кристалликов. Оставшиеся 24 тысячи я у нас потрачу как раз таки на покупку диктатора. Почему диктатор? Потому что, ребята, он мне впоследствии будет нужен, чтобы как раз таки получать очень много опыта. Потому что я себе буду еще покупать как раз таки дроны. Вот, на дронов у меня, естественно, ребята, здесь не хватает. Но это дело такое себе, я их прикуплю. Мне он нужен только один, исключительно для фарма. И этот дрон называется Ловкач. А Ловкача я у нас могу... купить себе только название полковник, поэтому здесь, как говорится, не к спеху. Можно, кстати, еще себе механика купить. С механиком тоже довольно-таки неплохо зажигать. Блин, ну здесь дилемма. Но механику у нас тратит аптеки, а ловкать всего лишь нетрушки. Нетрушки у нас выгоднее, поэтому... Даже не знаю, ребят, даже не знаю. Так, ладно. Окей, мы сегодня с вами... Ой, что я сделал? А у меня это установлено? Вроде да. Так, корпус мне нужно переодеть и одеть хоппер. Я хочу посмотреть, как он у нас себя будет вести. Вот в таком плане, блин, устройство. Вот устройство, да, это хорошо, это очень круто, но они охренеть как дорого стоят. Мне пока устройство, ребят, не по карману.
Ой, блин, 200 тысяч, я теперь прям в натуре бомжик бомжатский на этом аккаунте. А ты можешь уже выйти, пожалуйста? Как бы я хочу у нас забуриться и зайти в нормальную биту поиграть. Спасибо тебе большущее. Просто кликаемся и смотрим, как себя ведет молоток. Объясняю причины, по которой я себе взял как раз таки молота, а не какую-нибудь там Жигу, Фриз, Изиду, которую, кстати, недавно апнули. И Изида в натуре, ребята, из ближних пушек сейчас очень сильно нагибает. Я не знаю, не играет только, наверное, глухой, немой какой-нибудь, потому что она действительно очень хороша. Вот, и еще. Не хочу я брать у нас пушки ближнего боя, потому что йод прошлые два аккаунта без доната я качал как раз таки вот на этом деле, на пушках ближнего боя. И как-то немножко они мне, ребята, поднадоели. Как говорится, я хочу от этого дела отдохнуть. И как раз таки отдыхать я у нас буду на молоте, потому что молот, в принципе, пушка интересная, она мне очень нравится. Если на нем еще будет устройство, дуплет, это вышка, пушка, можно смело останавливаться на этом устройстве и играть на нем до звания, допустим, до легенды можно играть с этим устройством, потому что оно шикарное. Также здесь есть еще одно шикарное устройство на 5 выстрелов. Но оно не такое, конечно, шикарное, как дуплет, но тоже неплохо. И плюс еще устройство на догрань. То есть 3 устройства, по факту, которые я себе могу позволить купить и тащить на нем. А вот рельсу, почему я себе хочу купить и купил уже. Ну, это дело, знаете, буквально такое себе, потому что, ну, вот просто хочется чего-то такого необычного. Тем более на рельсах я у нас вообще практически никогда не играю и не играл. А здесь можно будет неплохо на этом всем деле позажигать и, как говорится, поугарать. Тем более на рельсухе в некоторых моментах, в некоторых случаях у нас очень много получается всяких заданочек на киллы. Вот, типа, делать заданки на киллы на пушках ближнего боя, я вам так скажу, немножко уже становится скучно, душно. Вот, это все делается, конечно, блин, легко, но такое себе. Ну, такое все. Хочется чего-то другого. Вот, и поэтому это что-то другое, это как раз-таки у нас будет, наверное, все-таки рельса. Блин. Ну да, скорее всего, рельса. Вот, поэтому я сперва сомневался, типа, знаете, потому что, чтобы играть нормально на рельсе, нужно ее оснастить еще как раз-таки устройствами. Устройство, которое называется либо дестабилизация, что я себе очень хочу, либо скауты. Потому что, ну, по идее, в теории можно и без этих устройств на рельсе играть. И, скорее всего, я у нас буду без этих устройств на этой рельке играть. Но это такое все. Если есть возможность на каких-то скидочках 50%, я надеюсь, что они у нас будут, то я себе прикуплю. Прикуплю как раз таки это вооружение, буду в нем кайфовать достаточно неплохо. Вот, и это у меня такие, знаете, наполеоновские планы, которые я хочу воплотить на этом аккаунте. И еще, я сегодня, ребята, буквально на стримчике столкнулся с такой проблемой. Проблема у нас появляется с прокачкой этого аккаунта. Вы знаете, что я его создавал буквально с недельку назад. И неделька назад, ребята, у нас прошла, а звание у меня уже почти старший лейтенант. За неделю старший лейтенант, новый аккаунт без доната. Угу. Как бы все нормально, пацаны, все нормально. Ну, я считаю то, что все нормально. Просто смотрите у нас какая тема. Праздники будут продолжаться до 14 февраля. И до 14 февраля у нас, естественно, будет повышенный опыт. Здесь за один килл дают чуть не 200 очков опыта. Это очень много для меня, и прокачка идет очень быстро. И я вот не знаю, с одной стороны хочется немножко остановиться, дабы себе более-менее аккаунт прокачать, с другой стороны я себе хочу поставить лично для себя такого рода эксперимент. А что вообще будет с этим аккаунтом, если вот я просто обычный игрок, который любит играть в танки каждый день, я буквально играю на стримчиках по 2 часа, выполняю заданочки и все. Вот, вот что будет, по факту я у нас немного задрочу, соответственно, в танках. Вот по факту, да. Но по сути у нас получается, что если я даже буду вот такими темпами сейчас качать себе аккаунт, то где-то примерно через месяц у меня будет уже маршал. А маршал — это МК-7 вооружение. Это опять та же самая прокачка однотипная, которую мы, соответственно, видели недавно в моем том другом аккаунте. И как-то что-то очень быстро у нас идет. Поэтому я, ребят, не знаю. Напишите обязательно тоже в комментариях чисто свое мнение, вот что бы вы хотели. Чтобы я, как говорится, растянул немножечко прокачку на этом аккаунте. Либо, как говорится, просто-напросто качался по тихой грусти, по 2 часика, по часику играл каждый день на этом аккаунте.
баки, в принципе, да и все. Вот так потихонечку, помаленечку будем с вами играть, прокачиваться и вот таким вот образом, соответственно, качать свой аккаунтик. И я вот на самом деле не знаю, хочется ли мне этого, потому что я у нас тот старый безнат аккаунт, хотел побыстрее прокачать, чтобы как раз таки уже, знаете, отречься от этого всего и перейти на, ну, на новые какие-то уровни. Типа на новый уровень для меня это мелкие диапазоны и мелкие звания. И, блин, как-то печально для себя осознавать, что это, получается, мой третий аккаунт бездонатерский, который я себе прокачаю до звания легенды, и как-то страшно, что ли, становится, типа, какого фига? Просто, действительно, прокачка очень-очень быстрая. И я вот не знаю, я весь в раздумьях на самом-таки деле по этому вопросу, по этому делу. Поэтому вот хочу немножко у вас, ребят, посоветоваться, как мы с вами будем делать. Быстро прокачать, потому что, сейчас смотрите, 14 февраля, окей, здесь остается у нас не так много дней. Просто, ребят, потом у нас будет еще и 23 февраля. А это опять у нас праздники, это опять повышенный опыт, это опять лютая и быстрая прокачка. Ну, что-то такое себе, прям, я не знаю, очень такое себе. Как-то, блин, я не знаю, я весь в шоке. Я весь, ребята, полностью в шоке от этого процесса, от этого момента. И как-то страшно становится. А чё так быстро? Типа, с одной стороны, это круто, новый диапазон, новое звание, с другой стороны, так я же себе вооружение не смогу купить, нормально. Типа, у меня столько кристалликов не будет копиться, сейчас у меня кристаллы так быстро копятся из-за того, что мне премка выпала на 7 дней, и все. А что дальше будет? Дальше я буду просто звание качать, и все? Такое себе. Ладно, короче, ребят, на этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки, также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока.